Для создания трассы воспользуемся функцией Split, создание трассы по полилинии. Указываем предварительно размещенную в чертеже полилинию. Вводим диаметр проектируемого трубопровода. Указываем начальный пикет по трассе. Ну, делаем некоторый ряд настроек по изображению и указываем размещение и номера километровых знаков. Вот трасса получилась. Это специальный объект, на котором расставлены пикеты, километровые знаки. Этот объект можно редактировать графически, как полилинию, оттаскивать вершину углов. Можно отменять сделанные операции. Углы можно редактировать и с помощью специальной функции редактирования углов. Можно назначить холодную ставку, горячую ставку, естественный упругий изгиб.